про колышек, потому что вот у нас на русском языке относительно недавно, месяца два тому назад, вышла как раз книга ученицы Веры Александровны. Она называется «Языкознание в Древней Индии в контексте культуры и ритуала». Получается, что грамматическая терминология, как это отчетливо в Европе было показано еще в Рену, значит, она восходит к терминологии ритуальной. То есть получается такая интересная связь обнаруживается. То есть вот, термины пересекаются, ритуальные и грамматические. То есть грамматика, она оказывается не какой-то сферический конь в вакууме, не оторван от всего. То есть, да, вот это мне интересно. Конечно, абсолютно. Тем более, что древние грамматики до нас не дошли, до панинийские грамматики. Правильно? Мы знаем о грамматиках до Панини практически только по небольшим ссылкам или самого Панини, или каких-то других поздних работ. Но мы знаем, что были другие препанинийские грамматики, и обычно это именно пратишакхи. То есть это ведийские тексты. Можно сказать, что самые ранние грамматические правила, они как раз-таки берут начало из таких вот ведийских ритуальных текстов, если я не ошибаюсь. Какие именно пратишакхи, я сейчас не могу вспомнить.